Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер. И сегодня мы вместе с вами, дорогие друзья, поиграем в новый мини-режим на Хайпиксель. Ну как новый, новогодний мини-режим. Он уже выходил, он называется, где же он называется, вот Гринч Симулятор. Да, он каждый раз на Новый год выходит. Также еще Санта Сейс появился. Но это тот же самый Хайпиксель Сейс, его я запишу позже, не сегодня. Вот, давайте поиграем в Гринч Симулятор, потому что все-таки зима наступила. Гринч, надо быть Гринчем и воровать подарки. Гринчи — это такие чуваки, которые воруют подарки. Если вы не помните видосы прошлого года по этому режиму, то, пожалуйста, сейчас вот вы увидите все, что как. Мы здесь будем искать подарки. С нами будут соревноваться еще куча-куча Гринчей. Вот, мы должны проникать в дома. Опа, а что-то меня кикнуло с сервера. Не получилось, видимо, сыграть в первой катке, дорогие друзья. Меня украл Хайпиксель. Симулятор Гринча, который ворует ютуберов. В общем, давайте еще одну каточку начнем. Хайпиксель что-то странное творит. Но, в общем-то, все, все окей, все нормально. Вот, видим, мы такой Гринч, прямо Гринч. Ну, а Гринчи — такие чуваки, которые воруют подарки. Но, в общем-то, у нас вроде бы их нет, ну, в наших этих легендах, да, или как это назвать лучше, в России. Ну, это больше в Америке такая тема. Да, вот все, видите, мы бежим. Здесь написано, где куча подарков есть вроде. Снежками можно замедлять других Гринчей. Сейчас что-то мало показывает вообще. Чё, как я уже не играл год в этот мини-режим, потому что его не было год. И сейчас я буду просто вспоминать, где лежат подарки. Это очень сложно, на самом деле, потому что... На самом деле, они лежат в определенных местах. Если поиграть много-много раз, то можно запомнить, где они есть. О, много подарков нашел. Бам-бам. Может быть, даже получится выиграть в первой катке. Это моя первая катка. Вот в прошлый раз, сегодня вышел режим новый на Кубкрафте, который я... Ну, вернее, вчера. Сегодня у меня ролик вышел по режиму, который я вчера, ну, записал, как бы, да, вы видели. Я первую катку решил не записывать. Самую свою первую фейловую катку, да. И это была, наверное, моя ошибка. Поэтому сегодня свою первую катку в этот режим я решил все-таки записать. Ну, я, видимо, проиграю, потому что у меня всего 6 гифтов, а у чувака на первом месте уже 16 гифтов. Жесть, где он их просто отрыл? Возможно, я пошел в самый негифтовый дом. Ну, кто знает, я же типа не знал, как здесь правильно все сделать. Так, сюда, сюда. Вот здесь еще подарочки есть на елочке. Давайте их тоже заберем. Бам, подарочек. Думаю, после второй-третьей катки я уже пойму, какие дома стоит идти, какие дома не стоит идти сразу же. Так, в этом доме кто-то, кажется, был. Да, я сюда сейчас приду, здесь уже... О, здесь куча подарков мне сворованных. Офигеть, офигеть, в этом доме прям намного больше подарков, чем было в моем. Либо я где-то не заметил в своем доме подарки. Так, вот здесь, смотрите, на полочке подарочек лежит. И здесь подарочек. У меня был какой-то темный дом. Я, кстати, смотрите, до второго места дошел, до второго места. На втором месте уже, хорошо. Если даже в топ-3 буду в первой же игре своей сегодняшней, потому что ребятки-то уже целые сутки играют в этот мини-режим, уже могли назадриться немножечко. О, подарочек, смотрите. Ой, давай-давай, время кончайся, хочу второе место. Ну, типа, первое место вряд ли я уже займу. А как здесь на второй этаж подняться? А, с помощью паркура, наверное, да? Или там лестница есть? Там, наверное, есть лестница, да? Я сейчас тут просто время теряю. Блин, не круто, что я время потерял. Здесь есть как-нибудь вход на второй этаж, а здесь... Здесь нет входа на второй этаж. Боже, я потеряю время же. Чувак может меня обогнать по подаркам. Я не хочу, чтобы меня обгонять по подаркам. Я хочу быть лучшим Гринчем. Ну, лучшим нет, хотя бы вторым. Вторым Гринчем тоже быть неплохо. Меня уже обогнали, черт, время-то кончается, да? Но еще полторы минуты есть. Я не намного отстаю от этих ребят, поэтому бам, подарочек. Ой, здесь очень много подарков. Сейчас мы догоню даже первое место. Сейчас догоню, смотрите, по подаркам. Бам-бам. Здесь еще, наверное, будут подарки, да? Здесь были подарки? А, здесь можно было подняться, лол. Я и не знал. Так, я должен украсть. Он украл подарок у меня из рук. Отлично, я украл у него подарок из рук. Возвращаемся обратно. Здесь где-то есть подъем еще, на котором я не поднимался. Вот сюда вот. Здесь тоже есть подарки, да? Бам, подарочек. Бам, подарочек. А, Гринч, хотел своровать мои подарки, да, подлый Гринч? Но это мои подарки, я их сворую первый. А, я их своровал первый. Классно, я самый злостный Гринч. Смотрите, я реально самый злостный Гринч. Судя по количеству подарков, которых я наворовал, у меня их просто больше всех. А где еще подарки? Раньше вроде писалось, где еще есть подарки. В каких домах еще остались подарки, раньше писалось. Теперь не пишется. 56 секунд, я даже могу занять первое место. Нифига себе, вот это да, вот это да. Там нет подарков, кажется. Давайте в этот дом зайдем. Мне кажется, в этот дом, в нем мало кто, наверное, был. Блин, у чувака тоже 24 подарка. Время кончается, мне хотя бы еще один подарочек найти. Еще один подарочкин. Но в любом случае... Он еще сколько? 4 нашел? Нифига себе, он жесткий. Да, раньше вроде на картах показывалось, где еще сколько подарков осталось. Вот, теперь почему-то не показывается. Странно, странно, странно. Раньше в этом плане было круче. О,
Вот раньше-то было лучше, как бы, да, в том году, я помню, Гринчем было намного проще жить, потому что подарки на картах высвечивались, теперь же нужно самому их находить. Нет, невыгодно Гринчу нынче жить. Еще и первый дом гаёный попался, но я был так близок к первому месту, конечно. Был близок, но не победил. Не победил, к сожалению, 5, 4, 3, может еще один подарочек тебе найду. Ну ладно, в принципе, второе место с первой игры, неплохо, good game, давайте напишем, что написано, я тоже. Ну, я тоже, чувак, тут, видите, выиграл, это русский, кстати, был, а фу, ну, не русский, ну, в общем, русскоязычный, русскоговорящий чувак. Обогнал меня, 35 подарков, он, сколько, 30 насобирал, 35, ну, в общем, намного больше, чем я, поэтому я предлагаю сыграть вторую катку. Не знаю, может сыграю еще одну, может две игры, посмотрим. Посмотрим, все зависит не от меня, а от соседа, который здесь сверлит. Он сейчас буквально перестал сверлить на, не знаю, минут, наверное, 5-6. Так что у меня есть время записать видосик. Я буду пытаться его записать. Но еще проблема в том, что я ютубер, да? Надо было бы свой ник замаскировать, да? Так, бежим сюда, подарочки есть? Нет, нет подарочков, надо в дом проникнуть. Проникнем в дом, вот через эту елку проникнем в дом. Так, сюда. Подарочек наш первый. А, уже тут опять подарок наш. Тут, видимо, знает самый сочный дом. Но мне кажется, есть какие-то игроки, которые знают самые сочные дома здесь, да? И сразу же бегут к ним. Вот, по гирлянде надо было здесь запрыгивать, я вот не знал этого. Так, давайте с самого начала на самый верх. Потому что на елочке на самом верху, наверное, будет подарочек. А мне кажется, я опять пошел в тот самый дом, да? В не очень хороший дом. А, вон здесь было окно, в которое можно было завернуть, или нет? Как вообще попасть в этот дом? Почему? Я столько времени потратил, просто бегая в округе. Так, в этом доме никого нет? Где я? О, никого нет, отлично. Да, я, кажется, опять пришел в тот дом, в котором мало... А, нет, нормально, смотрите, бам! Бам! Да, боже, бам! Подарок. Вот если бы я сразу же с этим раздуплился, и быстренько ему все сделал, то, думаю, мне бы уже было много подарков. Но я очень много времени потратил. Да, это опять тот же самый дом, не знаю, почему меня так к нему тянет. Больше никогда не буду идти в правый нижний угол. Никто туда не идет, просто я туда иду, потому что... Ну, никто сюда не идет, это как бы ошибка. Потому что люди знают, что сюда не стоит идти. Так, это самый голимый дом. Или нет, или это нормальный дом был, который... А, подарки-то еще рандомно спавнятся, посмотрите, они рандомно генерируются. В прошлый раз здесь вот наверху был подарок на полочке, а в этот раз нет. Это было в другом доме, правда, но неважно. У чувака 21 подарок, жесть, 21 подарок. Ну, он, наверное, уже второй дом просто лутает, реально, очень жесткий чувак просто. Второй дом лутает, я прям уверен, что он второй дом лутает. Ну ладно, он молодец, ну прям хорошо играет. Мне главное занимать, наверное, второе местечко хотя бы. Хотелось бы, конечно, и первое. Вот если, думаю, себе вчера начал играть, то я бы даже, может, первое бы занимал. Мог бы первое занять, ну просто люди-то с вчерашнего дня уже тренируются, ничего страшного. Ничего страшного, мы сами подлый Гринч, поэтому нам-то главное наворовать подарки. Все остальное не важно. Главное, как можно больше украсть подарков у детей. Бедные дети останутся без подарков на Рождество. Потому что... Ну, не повезло им. Плохое будет Рождество, походу. Нормально так все объяснил. Плохое будет у них Рождество, походу. Давайте попробуем в тот дом сходить. Мне кажется, в нем никто еще не был. Хотя, возможно, тот чувак, который как раз-таки первый все залутал, был как раз-таки в этом доме. И отсюда все обчистил. Но если это не так, то у меня будет шанс сейчас догнать его, обогнать даже. За полторы минуты. То за полторы минуты, да. Так, поднялись на самый-самый верх. Смотрим, там какие-то... Ой, на том доме еще куча подарков, смотрите. Ой, тут еще... Офигеть, там подарков много. Парень, который в этом доме, походу, тусуется, он вообще не шарит. Так, быстрее на тот дом, быстрее на тот дом. Куча подарков было, я видел. Так, сюда. Там еще, наверное, внутри дома сколько подарков. Ой-ой-ой. Ну, парниша, видимо, не шарит реально, что надо подарки подбирать. Может, он даже не знает об этом? Не, наверное, знает. Ну, я ошибся, один подарок взял, и в итоге... Куда-то не туда попал. Ой-ой, пробил еще не сработал, боже. Боже мой, но он весь этот дом, походу, лутает внутри пока что. Снаружи... А нет, смотрите, внутри тоже много подарков. Бам! Бам, подарочек. Бам, подарочек. Бам, подарочек. Офигеть! Может, он их просто не заметил? Бам, подарочек. Офигеть, сколько подарков. Боже, я сейчас могу даже догнать чувака. Но нет, он там еще какой-то дом, видимо, нашел. Бам, подарочек еще. В дымоходе есть подарочки? Нет, в дымоходе нет подарочков. Опять он стоит от меня на очень много очков. Блин, на целых 8 подарков он впереди. Боже. Чувак, здорово. Что ты у меня снежками кидаешь? Он, видите, он не знает, что делать надо просто. Он не знает, что надо брать подарки.
10 коинов. Он меня выкинул! Ну нет, ну чувак, ну зачем ты это сделал? Ты ни себе, ни людям, как говорится, взял меня, скинул, парень. А, ну ладно, я в любом случае уже не догнал бы чувака, который на первом месте. Но в этом доме реально было куча подарков. Походу, здесь можно даже реально бежать с какими-то чуваками, которые просто не знают. Не знают, где и как воровать подарки и вообще как это делать. Ну ладно, второе место тоже неплохо. Давайте пишем good game. Вот такой вот тоже зимний симулятор Гринча. Он тоже прикольный, интересный. Но, если честно, первый мини-режим, в который мы с вами сегодня играли, Snowman Survive на Кубкрафт, он намного круче. Ну, а то это, в принципе, и новый мини-режим. В том году его не было, в этот все-таки Гринч был в том году. Вот, ну и ставьте много лайков. Если будет очень много лайков, то я запишу Santa Says. Вот, ну а это все, дорогие друзья. С вами был я, Дамастер, за просмотр этого видео. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем удачи и всем пока-пока.